Всем привет! С вами Санчес, и сегодня, как и обещал, я покажу вам несколько гармоний, которые мы обогатим благодаря движению баса. Первые гармонии будут эти аккорды. Итак, первый аккорд мы оставим без изменений. Во втором аккорде нам нужно будет сделать преобразование, и я скажу сразу, что здесь удобнее мыслить нотами. Мы сделаем из этого аккорда обращение. Вот эта нота у нас до диез, мы поместим ее в бас. Получим вот такой аккорд. Единственное, его трудно брать технически. Либо вот так вы его возьмете, либо прижмете здесь барре, открыв первую струну. Брать не очень удобно, но звучит классно. После этого аккорда идет си минор. Вставляем без изменений на половину такта. После него пойдет аккорд соль, поэтому будет удобно соединить эти два аккорда через бас ля. То есть у нас получается аккорд си минор с басом ля. И после этого уходит в соль. Давайте послушаем до этого момента. Можно услышать, что в басу происходит движение по гамме. Именно это позволяет аккорды соединять друг с другом плавно. Дальше у нас пойдет аккорд ми минор. В него мы войдем через бас фа диез. Мы его добавим прямо внутрь аккорда соль мажор. Даже можно, в общем-то, и пятую струну тоже приоткрыть. Звучит интересно. После этого уходим в ми, или можем взять ми септ. И в конце у нас ля. Мажорный аккорд мы его преобразуем в ля 7, во-первых. Сначала САС 4, а потом просто А7. И вот что получилось. Давайте посмотрим еще один пример. Вот это аккорды, взятые в простом виде. Итак, что мы можем здесь сделать с басом? В аккорде до мажор остаемся без изменений, в аккорде соль мы преобразуем аккорд следующим образом. То есть вот был аккорд такой, стал вот такой. Басу нота си. Это обращение аккорда. Плюс можно отпустить эту струну. Получается очень удобно. Звучит красиво. Уходим в ля минор и меняем ему бас. Нота соль отправляет нас в ноту фа. Дальше идет аккорд ре мажор, но мы его возьмем с басом фа диез, чтобы бас двигался хроматически. В аккорд соль. Аккорд соль тоже можно взять как САС 4. И что мы получили в итоге? И давайте посмотрим еще один пример. Си минор, ля, ми мажор, соль мажор. Здесь можно поступить вот как. Тоже добавить более плавное движение для баса. Пойдет тогда в басу ля, но вместо ми мы возьмем соль диез. Тогда он будет двигаться хроматически на этих трех нотах. Но для этого нужно сделать преобразование с аккордом ми мажор. Как нам взять в басу ноту соль диез? Дотягиваться до нее не очень удобно, поэтому аккорд имеет вот такую стандартную аппликатуру.
получаем. Большое спасибо за просмотр. Занимайтесь с удовольствием. С вами был Санчес, специально для Pedalzoo.